Чтобы подкормить декабрист, совершенно не обязательно покупать готовые дорогие удобрения. Сделать классную подкормку можно и самостоятельно из подручных продуктов. Цветоводы используют массу разных рецептов для цветения этого удивительного цветка. Но в этом видео мы расскажем о самых дешевых и самых эффективных. Борная кислота отлично подходит для внекорневых подкормок. 1 грамм порошка разводят на стакан горячей воды, потом смешивают раствор с литром воды холодной и делают опрыскивание в фазу цветения и бутонизации. При этом важно следить, чтобы во время опрыскивания на цветок не попадали прямые солнечные лучи, иначе растение получит ожог. Также можно сделать йодовую подкормку декабриста от разных болезней. На 1 рюмку воды добавляем не более 1 капли йода, иначе раствор обожжет корневую систему и листья, и результат будет обратно пропорциональным. Поливать нужно по краешку горшка, чтобы не задеть листовую часть и корни растения. И еще одной подкормкой, достойной вашего внимания, является простая перекись водорода. Ее химический состав – это вода, обогащенная кислородом, поэтому комнатные растения реагируют на перекись очень позитивно. 20 мл перекиси разводим на пол-литра воды и раз в неделю поливаем цветок под корень буквально одной крышечкой. Это поможет обогатить почву и корни кислородом и лучше усваивать полезные вещества. Благодаря этому цветение будет очень ярким и пышным. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.